важно помнить, молитвы дают только энергию, вразумление для правильного решения притянутой по роду ситуации, но не решают проблемы. Вот тоже очень многие люди на этом зависают, и вы сами вначале мне писали, когда я спросила, как вы помогаете своему роду. Я молюсь за род. Так вот представьте, когда приходят ваши родственники во снах, да, вот часто тоже люди пишут, мне приснился родственник, там, чего-то просит. Так вот, чего он просит? Он просит, прежде всего, духовной энергии, это молитва о нем, да, и можете заказывать там и панихиды, и тревы, пожалуйста. Но больше всего он просит вашего верного поведения. Вот у вас как бы на поверхность сейчас вышла ситуация, связанная именно с этим родственником. Вот она была закреплена в нем, как негативная какая-то программа, и вы ее неверно проживаете. И уже Господь попускает этот контакт с этой душой, чтобы тоже вам подсказать. Поступи сейчас правильно, и ты мне поможешь, и себе же опять же поможешь, облегчишь и свою жизнь. Вот таким образом бывают еще подсказки свыше. Поэтому никогда не считайте, что только молитвы помогут вам отмолить ваш род. Самое главное – это ваши поступки.